И я впервые написала музыку. Это было чудо, и на самом деле для меня чудо. Но Бог сказал, ты должна это сделать, и Он дал мне эту музыку, и именно такую. И эта премьера уже состоялась, и мне много пишут комментариев молодые ребята, которые не знают Бога. Кому-то она вовремя попалась, эта песня, кому-то она отразилась, отозвалась в душе, но ее поют, и ее очень быстро подхватывают и поют. И мне хочется, чтобы эта песня пробуждала сердца в тех, кто больше всего нуждается в Боге. Благослови вас всех Господь, и во всем пускай будет слава Его во веки веков. Аминь. И не веди во искушение, но избавь от лукавого. И не веди во искушение, но избавь от лукавого. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на сей день и прости. Как и мы прощаем должникам нашим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как она на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Особенно через уста тех, кто пока не знает Бога. Благослови вас всех, Господь!